Здесь. Привет, привет, всем привет. Что, Джуля, ты хочешь услышать? Что ты хочешь, чтобы я рассказал? Ну, давай. Мне очень интересно, очень много интересного всего. Вот расскажи, где ты путешествовал, потому что ты мне писал письма, звонил на почту, присылал сообщения, видео всякие. Расскажи, где ты путешествовал. Я очень путешествовать люблю. Я в последнее время езжу в Африку. В Африку у меня есть очень много знакомых львов. Я льва своего знакомого вижу, говорю, привет, привет. Ему говорю, да, круто, круто. Ну и что? Вот. Значит, есть ёжик знакомый. Ёжик. Не голова, не ножик. Вот. Ну, какие шутки у тебя. Да, вот так. Значит, приехал я в Африку, прилетел на самолете. Нам волкам маски не нужны. Нас без этого всего пропускают. Вот. Значит, как-то сторонились меня люди немножко почему-то. Вроде не кусаюсь я, сказок наслушались всяких группах, вот. А на самом деле мы волки добрые, когда сытые. А так мы злые, конечно, но я очень стараюсь кушать, чтобы быть добрым. Так вот, встретил своего знакомого льва, мы поговорили, как интересно. Да, он мне рассказал про львицу свою, кстати, Джуба, у меня же сестра есть Сильвия, я ее сейчас приглашу. Сильвия? Да, Сильвия, я ее приглашу. Это будет интересно. Она вообще путешественница интересна. Так расскажи дальше, правда? Ну что рассказывать? Льва зовут Себастьян. Вот. И такой культурный, у него есть. Львица, много ребятишек, с гиенами немножко они там спорят, вообще все нормально. О, как интересно. Ну и все, что-то я. Звонит мне кто-то, пока. О, пока.